Сам по себе говяжий стейк по этому рецепту готовится обычным образом. Интересен маринад, в котором маринуется мясо и, соответственно, соус, в котором он подается. Заходите и знакомьтесь с рецептом. Рецепт маринада здесь традиционный, поэтому ничего менять не рекомендую. А вот говядину вполне можно заменить на любое другое мясо. 1. Мясо помойте, обсушите, слегка отбейте. 2. В лимонный сок добавьте нарезанный чеснок. 3. Добавьте перца чипотл и соус адоба. 4. Все перемешайте, посолите, поперчите. 5. Положите мясо в маринад и оставьте на несколько часов. 6. Обжарьте мясо на сковороде до готовности. Влейте маринад. 7. Подавайте мясо с полученным соусом. Приятного аппетита!